Здравствуйте, наши уважаемые подписчики и просто здравый люд. Сегодня с вами вновь Феррорист, и я спешу вам представить посылку из Китая. Итак, поехали! Уважаемые друзья, сегодня лежит на столе у меня посылка, как всегда, от наших друзей из Китая. Продавца вам в этот раз я рекомендовать не буду, так как продавец оказался не очень расторопным. И, к сожалению, у меня должно было быть две посылки, а пришла только одна. Продавец не указал полностью адрес, и поэтому с посылкой пришлось немножко повозиться, поискать ее. Итак, друзья мои, самое главное, она дошла. И я хочу вам показать очень интересную вещь, которую можно использовать для записи через микрофон. Давайте же откроем посылку и посмотрим, что внутри нам положили. Да, ребятки, ошибочка вышла. А положили нам здесь пипец. Да. Итак, мы открываем посылку и видим там женские туфли. Ё-моё. А я думал, микрофон. Здравствуйте, наши уважаемые подписчики и просто здравый люд. Сегодня с вами Феррорист и выпуск, посвященный посылке из Китая. Сегодня наш выпуск будет необычным. А почему? А потому что наши братья-китайцы начинают что-то чудить. Я хотел снять информативный выпуск о одной нужной вещи, которую я заказывал в интернет-магазине в китайском. Подготовился, хотел вам показать. А когда распечатал, чуть не обомлел. Итак, уважаемые друзья, все поподробнее. Поехали. Когда я уже шел с почты, я заметил что-то вот, ну, больно легкая какая-то посылка. Но, думаю, мало ли что-то, может, какие-то нанотехнологии. В этой посылке должен быть микрофон конденсаторный и поп-фильтр. Поп-фильтр – это фильтр для микрофона, снижающий звуковые помехи от дыхания человека. И такой журавль, где крепится этот микрофон. А когда я вскрыл эту посылку, то, о боже, сначала я не понял, что это такое. Итак, давайте же посмотрим, что же мне пришло. Вуаля! Ха! Вот в таком, так скажем, поролоновом кейсе пришли. Сначала я не понял, что это такое, честно говоря. Здесь какие-то вот такие штучки, дрючки, все дела. А потом, уважаемые друзья, когда я уже присмотрелся, покрутил, повертел, оказывается, это эксклюзивные женские туфли. Вот так. Делал эти туфли дизайнер, очень известный. Имя я его не буду называть. Так что, уважаемые друзья, вот такая оказия произошла. Но что делать? Давайте посмотрим на мужском канале женские туфли. Кстати, почему решил вам показать, я немножко прибалдел сначала от этого дизайна. Думаю, как же так бедные девушки носят такие туфли. А когда уже показал эти туфли одной девушке, вы знаете, как в одном фильме произошло. Хо-хо! Что хо-хо? Это ого-го! Дизайнерские туфли Феррористу прислали вместо микрофона. Да, интересно. Очень интересно. Ну, не знаю. Буду сейчас разбираться, откуда они взялись. Но выпуск не о туфлях, а об вот такой оказии, которая произошла со мной. Ждал микрофон, ждал поп-фильтр и получил вот такие дизайнерские туфли. Честно, не знаю, если я не разберусь с этими туфлями, откуда они взялись, ну что могу сказать? Разыграем среди подписчиц. Ведь на нашем канале, уважаемые друзья, есть и наша прекрасная половина, которая смотрит мой канал.
Итак, уважаемые девушки, вот такой получился выпуск, наверное, для вас. А с вами был Феррорист. Я желаю всем удачи. Самое главное, удачи вам и вашим семьям. Смотрите меня на моем канале, будет много интересного. Пока!